Это как Need for Speed. Porsche Sweet была игра такая. Там на Porsche ты гонял примерно по таким дорогам. Может, ее взяли как за основу? Ну, не эту, но она похожа. Это самое для лодки беленькие. Есть, есть. Это для лодки такие. Заплываешь, закрываешь все. Амква банк, то, что я говорил.
вот здесь вот тоже лес. А за что вы? Лес в Орегоне, Амка называется. Да. Вот они в честь леса этого называют. Видать, у них бизнес был связан. Лесо повальный какой-то. Да. Потому что у них дерево на знаке. Я удивился, потому что в Сакраменто, в даунтауне, возле моста, и такой какой-то неизвестный банк, но там здание конкретное. От них хорошо бизнес шел с этим лесом. Да, лесо, да. Им как бы пофиг на остальное. Самолет, аэропорт маленький. Это не частный маленький самолет. Да. С Канады. Вот угнали. Нелегалов перегоняли. А что здесь залив перелетел? Да. Да, они же занимаются. Я в сухой закон бы так и делал. На лодке или... Любые ограничения приводят к черным деньгам. Что делается? Где он взялся? Слышал зрителей собрали. Да, вот. Следующий на другую. И так они все пока не облазят. Да. У нас такой Скандинавия был. При том хорошо бы здесь было. Постоянно ливень. Конечно. Я думаю, они здесь есть. Я грибник. Я ходил постоянно. Даже в этом самом. Ну, есть еще и майские, но их мало. Я только осенью ходил. Маслята. Что, молодой, леса есть? Ты когда сделал? А, там они небольшие. Ты как выстрелили? Ну что? Как деревья, тут как будто ложбинку сделали. Я не знаю, что это. Как в фильмах. Большие городки в лесах. Специально, да. Показать эксклюзивность. Кто там на дороге лежит, ты подходишь. Вещи 30-х уже это все. Thank you.
останавливаемся тут, нет? Ты можешь... Или она дальше? Ну, это... Я думал, остановиться то снять, чтобы было вполне. Визитор центр там можно. Классно. Встречи, ебачи. Навигатор ставится и снимать видео. У меня есть, но у меня плохого качества. Такой, как будто, знаешь, как первый телефон, 0,3 мегапикселя снял. Такой говно. 0,3? Да. Не, я говорю, такое, как будто. Не, там больше 1,3, но там показывают такое. Я думаю, что китайцы ничего не обманули. Чем может быть пластиковость линза стоит, знаешь? Ну, так, я купил такую дешевенькую для начала. Надо если покупать, так такую стоящую.
чем? Кемпинг? Там надпись была кемпинг?
Хайкинг, кемпинг. Уже точка дальше. Нет, точка одно, но... Именно визитор там. You've arrived. Куда и ты? Вот визитор. Капец, там аж вершина с... Вершина с деревьями, а что? Важно, то мы так, наверное, заметим. Он даже на крыше, он падает. Просто у нас не было времени, я бы у него спросил, еще как видео снимали. Вот фотограф. А как фоткать? А тато раз ні. Він англійський вообще не знає. І хтось до нього говорить і каже, do you understand? А він understand, understand. Там ти голос причини там? Так. Да нафиг, я взагалі з Google нічого не беру. Я думаю, люди сюда приходят только чтобы фоткать и видео снимать. Им особо лес так не интересует. Блин, комар уже. Да. Стань на посередине вот так, пальчик, стоит, это туда. Да сними так, как будто я снимаю. Стань сюда, так чуть-чуть, поди. Как будто фон, анфасом. Да здесь полно арок. Чистая вода, офигеть. Чистейшая вода.
там по дереву надо. Слышь, по дереву. Место занято. Фотосессия началась. Кто здесь? Кто здесь? Опусти телефон. У тебя с головы или фонтан идет, или дерево растет. Да, да, это. Сделайте мне фотографии, то есть приколы такие. Подправьте то, подправьте это, и там начинает прикол. Не двигайся, там паук ползет. Река, скорее всего. А. $5. Не входит в стоимость. $5.